Добрый день, мои хорошие! Напиток, который мы вам собираемся предложить сегодня, является одним из самых полезных натуральных напитков, так как он будет проводить детоксикацию вашей пищеварительной системы, помогая вам терять жир с живота и увеличивая ваш метаболизм. Многие люди считают, что чрезвычайно трудно уменьшить или устранить накопившийся жир в области живота. Ученые подтвердили, что жир на самом деле связан с серьезными проблемами со здоровьем, такими как диабет второго типа, сердечно-сосудистые заболевания и высокое кровяное давление. Для того, чтобы уменьшить жир на животе, вы должны начать делать упражнения и употреблять здоровую пищу. Этот напиток содержит наиболее мощный сжигатель жира – лимон, а также другие очень полезные натуральные продукты. Петрушка также является одной из самых полезных трав, которые можно использовать. И этот напиток дает много преимуществ, таких как: действует как естественное мочегонное средство и устраняет лишнюю воду из организма, очищает кровь, лечит и предотвращает инфекции мочевого пузыря и почек, сокращает задержку жидкости, обладает мощным противовоспалительным свойством, уменьшает стресс и беспокойство, богат мощными антиоксидантными флавоноидами, борется с мочевой кислотой и ингибирует рак и рост опухоли, устраняет плохое дыхание. Вы должны жевать листы. Как готовить напиток? Ингредиенты: 1 лимон, горстка петрушки, 1 палочка корицы или 1 чайная ложка порошка корицы, 1 столовая ложка тертого имбиря, 1 чайная ложка яблочного уксуса, 1 столовая ложка льняной муки, 100 мл кефира. Приготовление. Вы должны смешать все ингредиенты в блендере до получения однородной массы, затем выпить эту смесь перед сном. И эффект впечатляет! Проявляйте заботу о себе и будете здоровы!